Наверное, будет какой-то концерт, а может уже был. Надо будет спросить. Если концерт, я бы, конечно, поприсутствовала. О, музыка заиграла. Что-то будет здесь. Но мне надо Степана найти. Пойду за Степана. Короче, я его отпустила. Сама занималась делами. А сейчас иду, у меня сердечко ёкает. Там ли он? Но он обещал, что он будет на площадке, никуда не уйдет. Мы с ним договорились. Поэтому иду и надеюсь, что все будет хорошо. Пойду посмотрю его. Всем привет! Кто посмотрел мое вчерашнее видео о Таганском парке, кто написал мне комментарий, девчата, всем привет! Тете Соне большое спасибо за комплимент, что я помолодела. Так, я пришла на детскую площадку, и мне нужно сейчас искать Степана. Блин, не видно его. Пошла искать. Где тут? Куда он делся? Обещал быть здесь. Сказал, никуда не уйду, но его нет. Слушайте, его нет. А куда он мог уйти? Может, я его... О, Господи, я его не узнала. Я его не узнала. Я его не узнала. Вот он. Стёп, я тебя не узнала. Я тебя ищу. Думаю, где ты есть? А что случилось? Просто пришла за тобой. Зачем? Ты еще хочешь погулять? А что случилось? Там уже пора. Я пойду схожу сейчас. Я приду за тобой, хорошо? Я реально себя вижу в этом фотике. Да. Нет, ты меня понял, Степ? Не уходи никуда, я приду сейчас. Все спокойно. Все хорошо. Степа гуляет. Никуда не ушел. Он мне обещал. Он говорит, Таня, я знаю правила. Я знаю... Много случаев, что может случиться с детьми, как их могут украсть, обмануть. Короче, я это все знаю. Я никуда не уйду. Поэтому я со спокойной душой, со спокойным сердцем иду сейчас в магазин. Схожу в магазин, а потом уже приду за Степой. Так что волнения мои были. Господи, у меня рюкзак сваливается. Волнения мои были напрасны. Молодуха пошла в магазин. Сегодня, наверное, будут опять танцы вечером. Может быть, я кого-нибудь встречу. Хочу молодого, красивого, высокого. Кого попало, не хочу. Старого деда не хочу. И вообще там таких неинтересных кавалеров тоже не хочу. Я же дамочка интересная, поэтому мне нужно такого же соответствующего мужчинку. Приятного интеллигента. И чтобы он меня схватил в танце, обнял, закружил. Короче, болтаю. Ой, падает у меня рюкзак, падает. Короче, я болтаю. Хочу и болтаю. Такая я болтушка. Я сегодня буду делать чебуреки. Уже сделала тесто. Приготовила фарш. Сейчас схожу в магазин. Куплю здесь немножко продуктов. Возможно, завтра поедем домой. Возможно, не знаю.
Но у меня еще есть, так сказать, один вариант. Если получится, то я завтра попаду к стоматологу. Я отремонтировала 5 зубов. Представляете, 5 зубов я отремонтировала. Остался еще один зуб у меня. Если получится, то я завтра попаду. Вот. Если не получится, то не попаду. Поеду уже к себе на Рублевку. Так, мне нужно перейти. Мне нужно перейти. Люди переходят. Ой. И я перебегаю. Все, я перебегаю в магазин. Тут такое движение. Ой, падает мне этот рюкзак. Пипец. Походила по магазинчикам, пока Степка гуляет. Померила обувь. Ничего не купила. Ни сезон, товара нет. Зато купила себе носки. Сейчас покажу. Носочки взяла. Очень даже симпатичные. Вот такие купила себе носки. Вот такие взяла носочки. Я взяла себе носки беленькие. Вот такие беленькие купила, укороченные. Вот такие укороченные носочки. И вот такого цвета взяла носки. И иду счастливая. Где мое чудо-чадо? Что-то я его не вижу. Наверное, убежал домой. Ты права. Ребята, Степу не видели? Нет. Мальчик, Степа меня... домой ушел. Домой ушел? Да он сказал? Да вроде нет. Мы не знаем, кто такой Степа. Вы не знаете, зато я знаю. Вот, пожалуйста, Степы нет. Все, пошла домой. Он, наверное, убежал. Я с Милой. Я с папой и сестрой. Где же он? Степа! А я вас в соборе был. Степы нет. Степа! Ты понимаешь? Вон он, господи. Я уже стала расстраиваться. Думаю, ну все, Степы нет. Степа! Пошли скорее домой. Почему? Пойдем, все. Почему? Потому что пойдем, еще не читали. Пойдем. Потому что ты ничего не знаешь. Хорошо, пошли домой. Почему? Сейчас скажу, пошли. Ну сейчас скажу, сейчас. Степа. Иди сюда, пожалуйста. Степа, иди сюда, пожалуйста. Почему? Блин, еще и не загонишь. Я понимаю, что погода хорошая. Степаш, пойдем. Я расскажу страшные истории. Да? Ага. Я тебе хочу, знаешь, сказать, ты молодец, ты никуда не уходил, ты так долго был. Ты знаешь, сколько гулял? 4 часа. Ага. Причем гулял самостоятельно 4 часа. Ты такой молодец, что тебе можно уже прям доверять самостоятельно прогулке. Я даже больше 4 часов гулял. Да, пойдем домой. Сейчас покушаешь. Пойдем. У нас мороженое есть. Все, пойдем. Короче. Я, кстати, не рассказал о похищении детей. Не рассказал, но сегодня расскажешь, да? Да. Вторая часть. Да. Второй выпуск. Свежий выпуск. Свежий выпуск будет история о похищении детей от Степы. Но не, Степа... я смотрю все видео про это. Мама рассказывала. Я 2 видео смотрю про это. Да? Даже я всех видел. Все загадки. И, кстати... Может быть, я в прошлой серии поговорил, что
не злые дяди. А какие дяди? А добрые тети берут их. Добрые берут? Да, чтобы дети купили. А они притворяются добрыми, да? Да, и милыми. И милыми. Чтобы, как моя бабушка. Какая бабушка? Какая бабушка? Ну, Таня. Мы вчера договорились, что я молодая. Какая я бабушка? Я знаю, что ты молодая. Слушайте, здесь кино идет. Сейчас покажу вам. Фильм а начался. Черно-белое. Черно-белый фильм. Сейчас покажу. Черно-белый фильм. Можно сесть, сидеть и смотреть. Кино идет, показывает фильм. Петрова, а что он думает дальше? Слушайте, какая прелесть. Просто показывают фильмы. Старые фильмы, довоенные. Вот, пожалуйста, юный зритель уже сидит. Почти уже никто не смотрит такие фильмы. Нет, ты знаешь, можно сидеть, смотреть и отдыхать. Пойдем. Ох, ну какая же я молодая, какая же я красивая. Сама себя хвалю. И сама от этого получаю огромное удовольствие. Ну, это выпуск новый, да? Да. Про... Идем домой. Расколотый асфальт. Да, ждите анонс. Не сейчас, сейчас он идет. Про расколотый асфальт. Нет, ну сейчас не надо, сейчас ты потом это будешь в другой серии рассказывать, хорошо? Природой надо дышать, это первый выпуск. Да, все, идем домой. Так, у нас пошел процесс жарки чебуреков. Здесь тетины пироги, картошка. Это картошка. Они такие вкусные, что они почти не остались. Да. Вот это вот у нас чебуреки. Вот такие. Мясо. Там тоже жарится еще. Короче, процесс идет. Дело идет подготовка к ужину. Сейчас после чебуреков я обжариваю фарш и быстренько сделаю макароны по-флотски. Вот такой вот фарш у меня обжаривается сейчас. Я сегодня работаю на кухне. Вот такие получились у меня макароны. По-флотски. Вот. Все, закрываем. И все готово. Вот и наступила ночь. Все потемнело. Москвичи укладываются спать. Завтра рабочий день. Вот здесь светится храм Матроны. Вот этот по центру, это храм Покровского монастыря. Храм Матроны. Так вот издалека он светится. Вот так, наверное, лучше видно. Прошел еще один день в Москве. Возможно, завтра поедем домой. Теперь идем отдыхать.